Добрый день, добро пожаловать на канал Конфуций. Сегодня я предлагаю вам обновить бионического бобра до космической каракатицы. Да, это еще не финальная версия, но все же давайте попробуем. Первым делом необходимо установить все обновления на систему. Так, у меня будет обновлено 169 пакетов на 213 мегабайт. И удалим все ненужные пакеты. Теперь необходимо отредактировать файл. Так, я неправильно написал немного. И в данной строчке надо LTS заменить на Normal. И сохраняем. Иначе с большой долей вероятности при наборе следующей команды мы получим сообщение о том, что новых релизов нет. Здесь нас предупреждают о том, что сторонние источники в файле source.list были отключены. Надо нажать Enter для продолжения. Сейчас необходимо подтвердить, что мы хотим начать обновление системы. Так, всего будет загружено 975 мегабайт. В общем, даем свое согласие. И пошла загрузка. Теперь нам предлагают удалить устаревшие пакеты. Соглашаемся. И в самом конце соглашаемся на перезагрузку системы. Система перезагрузилась. Чисто внешне все стало выглядеть, на мой взгляд, красивее.
Как вы видите, у нас загрузилась космическая крокатица. В общем, приятного пользования вам данной системой, если вы также решили обновиться. В общем, если данное видео было вам полезным, подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание.